Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Стиль Boho непосредственный и многогранный. Он идеально подходит зрелым женщинам. Этот стиль не любит излишеств. Если переборщить с деталями, то можно выглядеть нелепо. Все образы в стиле Boho оригинальны и индивидуальны. Сложно воссоздать еще несколько подобных моделей с учетом того, что часто фасоны платья в стиле Boho или других нарядов шьются чаще всего самостоятельно или по собственным предпочтениям. В современном модном мире Boho переживает новые изменения. Дизайнеры все чаще создают целые коллекции, представленные для женщин. Они пользуются небывалым спросом из-за простоты кроя, изящества и практичности. В такой одежде будет хорошо, когда и жарко, и холодно. Главное выбрать правильный материал. Часто используются яркие и неповторимые орнаменты, расположенные в хаотичном порядке, и узоры, повторяющие этнические мотивы жарких стран. Производится неизгладимое впечатление. Любительницам свободной одежды будет недостаточно просто надеть ее при кажущейся небрежности. Создавая образ, все элементы должны быть в одном стиле. Обычные джинсы или длинный сарафан заиграют по-новому, если к ним в дуэт надеть вещь оверсайз. В такой одежде каждая женщина ощущает себя в защищенном коконе. Примерив один раз образ, трудно из него выйти. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!